Кадакан представляет. Такемото Макото, чемпион Олимпийских игр в Сиднее 2000 год. Сода Цурикоми Гоши. Что касается исполнения моего варианта Сода Цурикоми Гоши, то он выглядит так. Сейчас я стою в правосторонней стойке, но выполнять прием буду в левую сторону. Начинать прием, если партнер согнул свой локоть, невозможно. Но когда его локоть прямой, можно начинать выполнение. Многие автоматически хотят поднять за рукав партнера. Однако, если я попробую его поднять, то получится как сейчас. Партнер крепко держит его, и, скорее всего, ничего не получится. Поэтому вместо того, чтобы брать захват ногу кимоно, я слежу за тем, чтобы было немного пространства для движения захвата. Сгибая запястье и одновременно надавливая им, я смогу сорвать захват соперника за отворот и сдвинуть его в сторону. Скручивая кимоно кистью, я сжимаю кулак, сдвигая рука в сторону. В появившееся пространство я подставляю свой таз под партнера. Перед тем, как подставить таз, помните, что если сделать вот так, то соперник легко защитится. Поэтому убедитесь, что вы достаточно хорошо продвинули таз под соперника и находитесь под прямым углом по отношению к нему. Из этого положения ваш соперник не сможет выбраться. После этого вы уже можете бросить его. Сода Цурикоми Гоши, второй вариант. В симметричной стойке, когда мой соперник схватил меня за отворот сзади, я тоже применяю Сода Цурикоми Гоши. Но в этой ситуации я не могу подлезть под соперника. Для выполнения этого приема мне необходимо взять захват за отворот более эффективно. Поэтому я перемещаю свою руку и беру отворот соперника на противоположной стороне, взяв односторонний захват. Поменяв сторону захвата, я могу, используя отворот и рукав, высвободить для себя немного места. Все выполняется очень быстро, при этом локоть соперника должен стать прямым. И в этот момент я перехожу к выполнению приема. Такие ситуации случаются часто.
Меняем сторону захвата за отворот и используем свою руку, чтобы освободить пространство. Начинаем вход, когда рука соперника выпрямится. Это ваш шанс перейти к выполнению приема. Меняем сторону захвата, освобождаем пространство и выполняем соду цурикоми гоши. Послание семье дзюдо. Всем, кто занимается дзюдо. Когда я активно соревновался, и даже сейчас, я всегда нацеливался на то, чтобы быть классным дзюдоистом. Я надеюсь, что каждый из вас делает все возможное, чтобы быть классным дзюдоистом.